Всем доброго времени суток. Сейчас пока хотел показать, как у меня укореняется аркимоза вариегатная. Вариегатность у нее незначительная. Где-то две недельки или больше назад я делала обрезку своего растения, которое купила в этом году весной. Сидела у меня вот так вот в стаканчиках двух пол-литровых. Друг на дружке надета была. Так, корневая не в прозрачном стакане. Сверху прозрачный, заклеен скотчем и на стеллаже под лампами. Хотела показать, какие хорошие корешки. Даже немножко переросли. Но мне нравится сажать именно, вот когда корневая система такая хорошая уже, в грунт. И в дальнейшем она уже наращивает в грунте корни. Адаптируется. То есть мне так... проще, удобнее. Кто-то непосредственно укореняет сразу в грунте, в тепличке. Но я сначала вот корни, правда, переросли. Вроде смотрела, не было. А тут резко раз, и вот, пожалуйста. Вот таким образом можно смело уже сажать по стаканчикам. Вариегатность незначительная. Такую уж покупала. Но я думаю, при хорошем освещении вариегатность должна проявиться получше. Вот один. Сейчас я их быстро все посажу. Маленькие 100-граммовые стаканчики. Или 50-граммовые. Вот такой тоже череночек хорошенький. Все корни нормальные. Здесь чуть поменьше, но тоже такая вот аркимоза. И в дальнейшем она уже наращивает. То есть уже корневин применять не следует, смысла нет. Сейчас у них активная фаза роста, поэтому такие 4 хорошенькие череночка укоренились. Сейчас я быстренько посажу. Также на вот такой же стаканчик сделаю тепличкой, переворачиваю и буду стоять, также расти под лампами, в дальнейшем наращивать корешочки. Все, вот такое кратенькое видео, хотела показать просто, как я сажаю свои фикусы. Всем пока-пока, до новых встреч! Ну а здесь у меня уже укорененные аркимозы. Пока также стоят с проветриванием в стаканчиках один на один одетые. Вот 4 штуки. Корневая, как мы видим, отличная. Если нужно, требуется полив, чувствуем, но, естественно, поливаем. Было у меня несколько черенков засохли, потому что не досмотрела, и влагу не поглотили, но я их не поливала, не открывала, поэтому сейчас открою и покажу быстро. Вот такой красавчик растет. Уже можно его... отправлять в другой дом. Вот отличные корни уже наросли. Новые листики. Вот новый лист. Когда новый лист выходит и корни хорошие, значит уже все в хорошем состоянии он. Все уже можно пересаживать в другой стаканчик побольше. Корешков тут уже много. Можно еще подождать недельку-две и можно пересаживать. Тоже второй листик идет. Также другая аркимоза. Немножечко листочки, это перевлажнение, ничего страшного. Вот тоже 2 новых листа выдал. Здесь еще меньше вариегатности у него. Ну, ничего страшного, она хорошо кустится, ветвится, образует новые побеги, поэтому нормально. Жить будет. Тоже корешки хорошие уже.
таких два крупненьких укорененных череночка уже. Также сидят в стаканчиках пока. Thank you.